Компания «Электромотор» предлагает вашему вниманию. Сейчас у нас сдается небольшая творчая майстерня. Итак, сейчас мы проведем обзор, как она выглядит. Все очень красивое. Так, это у нас, да, гостевой туалет. Это первая комната. Так, налево первая комната. Балкон. Красивая, смотрите, какая люстра. Спасибо Надежде. Тут шкафы. В каждой комнате. Покажи, любовь. Беленькая, красивая, новенькая. Только ремонт. Двойной шкаф, розетки, все есть. Выход на балкон. Давайте посмотрим. Открывается такой вид. Это у нас 13 этаж. Ага. Обзор большой. Еще не один балкон здесь есть, так что пройдемте дальше, другие комнаты посмотрим. Так, все беленькое, все красивенькое, все новенькое. Там же люстра такая же, тоже видите, какая красивая. Это вторая комната, да? Вторая комната, тоже еще один балкон. Такой же шкаф беленький, красивенький. Все так монтировано. Мы занимаем много места. Пройдемте дальше. Дальше у нас находится ванная комната с душевой кабиной, туалет, умывальник, зеркало, все. Бойлер. Бойлер, смотрите, какие красивые полочки такие, удобные. Все, как видите, новенькая, красивенькая. Вентиляторы, венс, уже установлен наш. Пойдемте дальше. Еще одна комната. Ну, так же. Большая, смотрите, какая красивая. Два окна, также шкаф. Батарея большая. Тут уже у нас шкаф на три секции. Все красиво. Так, ну тут балкончика нет, да? И тоже еще один балкончик. Это кухня? Кухня. Кривовая. Кухня. Там еще свет можно включить. Можно включить, выключить, правильно? О! И здесь. Еще один балкончик, да. Вот такое вот красивое. В общем, майстерня у нас дается. Звоните, спрашивайте. Все.